20 мая 2023 года в 17 часов 19 минут пожарно-спасательную службу номер 17 Ковылкинского района поступило сообщение о пожаре по адресу город Ковылкино, перекресток улицы 50 лет Октября и улица Королева. На мемориале воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, загорелись два памятных венка. В результате сильного порыва ветра их отнесло к вечному огню, что и стало причиной возгорания. В результате происшествия уничтожены венки на площади 1 квадратного метра и был поврежден мемориал на площади 1,5 квадратных метра. Евгений Литвинцев, дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы Ковылкинского, Кадошкинского и Инсарского муниципальных районов.